Итак, дорогие друзья, в этом видео я вам хочу показать, как можно зачистить вот эти вот решетки радиаторные на газ 3110. Вот так вот они выглядят. И самая колоссальная проблема, как их снять. Если, допустим, кто-то хочет снять целую решетку полностью с вот этой рамой, то это еще большая проблема. У меня же предыдущий хозяин одну сторону крепить не стал. То есть, смотрите, она крепится вот так. Мы ее берем и вытаскиваем. Она крепится на двух таких вот штуках. Вот. Одна у меня была прикручена, то есть вот эта вот штучка была у меня прикручена. Вот это в середине, а вот это нет. И поэтому ее было легко вытащить. То есть одна сторона у нас отсоединялась. Вот так вот, чтобы было видно. Вот так чик, и мы могли выкрутить. То есть все по красоте. Вот. Что хотелось бы сказать. Вот он выглядит вот так вот. Все это грязно и не очень крутое. Сейчас я немного уберусь на своем столе, потому что у меня тут явный бардак с, так сказать, прошедшей недели. И мы сейчас с вами начнем. Я покажу весь процесс работы. В принципе, ничего сложного нет. Большая сама проблема — это их снять. А очистить уже дело времени. Теперь нам надо сделать самое важное. Вот это все зачистить. Вот этот весь корпус. Так как сюда нам ничем не подлезть, поэтому мы берем наждачечку тысячную. Я взял. Погнали. Вот так вот все это дело прокрутить. Потому что когда сетка сюда встанет, это все равно будет некоторые углы видно, что здесь есть вот эта ржавчина, грязь. Это зачищаем до блеска. И когда уже оно будет зачищено, уже непосредственно пойдем с вами шлифовать те наши решетки. Итак, дорогие друзья, чистить решетки вот такой вот штукой. Это обычная стальная проволока, закручена в спиральку и надета на кольцо. Сейчас мы установим станок. Это еще те СССРовские времена. Вот так вот люди делали. Ну, в принципе, у меня все это осталось, и я тоже так делаю. То же самое, что и щетка по металлу, и получается машинка, которая на этот, ну, точнее, болгарка, на нее продается такая щетка. Но у меня, к сожалению, нет ее, потому что я ее не куплю. Я использую вот такую вот хрень. Но она, в принципе, очень даже неплохо помогает чистить все. Как видите, она уже изрядно поистрепалась, то есть уже ее все эти штуки укоротились и сильно. Но это нам не помешает, в принципе, почистить. Итак. Меры безопасности. Вы видели, как там все устроено. Надо быть предельно осторожным. Желательно надеть очки. Очки вот такие вот. Чтобы глаз, не дай бог, не отлетело. Потому что иначе можно сосать без глаза сразу же. Поэтому не рискуем. И берем, будем пробовать очищать. Поехали.